Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш, как обычно, как всегда. Я не могу успокоиться и решил немножко пофармить волну АК, хотя я понимаю, это нафиг не нужно. Но я решил поменять состав. Я убрал отсюда землеройку. Я поставил недомогание на фрей. Вот такая вот у меня фрейка есть. То же самое у нас недомогание стоит на огнике шестое, правда. Плюс у нас супер пэт на зефире, который тоже с недомоганием. И сейчас посмотреть одну интересную вещь. Сработку. Хочу почитать именно, каким образом работает, когда герой атакует, либо дефает, либо вообще что-то делает. Так, и чары. Куда он 8? Можно получить. Ну, тут не написано. В общем, ладно. То есть я убрал землеройку, поставил феникса вот такой вот сборки. Теперь у меня верх непроходимый, неубиваемый, потому что у меня здесь есть оккультист. Оккультист с львенком максимальным, также феникс тоже с львом. То есть, по сути, ну, львица. По сути, верх не проходится. В основном они заходят с верхнего угла, то есть лево или право, верхний угол. По краям и снизу они реже заходят. Также у меня здесь стоит ворожай тоже с максимальным суперпэтом уклонением. Ну, в принципе, все. И единственное, что я рекомендую, советую многим, почему я сделал фрею. Ну, у меня разные фреи есть, но именно с водушкой. Она сразу же на максималке включена, плюс она выпускает голубей. Соответственно, демон в нашем случае имеет еще плюс несколько целей, и она дамажит по максимуму. Раз на раз, конечно, не приходится, но, как видите, Феникс наверху справляется. Плюс бонус смотра. У меня бонуса смотра до этого не было. И вот почему я поставил Фрей именно по центру. Потому что с центра ей как бы ближе всего выпускать голубей, и она может подстраховать там, допустим, внизу между Охником Зефиром и между Ворожаем и Зефиром зоны. То есть выпустить голубей туда, соответственно, задержать. Вот как, например, сейчас, да, у меня бы Огник, который справа, он бы зашел центр и уже разрушил половину зданий. Как видите, мы, в принципе, без проблем справились. АК волна 2 прошла, ну, в принципе, без проблем. АК-3 здесь уже надо везение, потому что здесь демон бывает такое, что просто тупо всех сливают нафиг. Вот он бежит в центр. В центре по-любому должен кто-то быть. Так, сейчас фен включится, не включится, включится, наверное. Вот видите, ворожаи слили сбоку. То есть тут уже, начиная с третьей волны, начинается жесткий рандом. И ты нифига не сделаешь. То есть повезет, не повезет, повезет, не повезет. Но вот таким составом у нас шансы добежать дальше намного выше. Я не знаю, или мы успеем убить. Мы, наверное, не успеем убить всех, потому что тут фреи с выживаниями, с отхилами и прочим. Ну, такой вариант намного лучше, намного круче. Как видите, АК-3, и мы держимся, в принципе, довольно-таки неплохо. Ну, мы не успеем, наверное, по таймингу убить. Зефира-то мы ушатаем, а вот Фрейю, я не знаю, вряд ли мы убьем ее. То есть АК-3 плюс-минус проходится уже намного легче, то есть уже стабильность есть. Плюс я говорил в предыдущем видосе, я проходил АК, думал, будут у нас какие-то изменения. Я решил все-таки вынести казармы, так как командора, например, та же, она бьет по, ну, я не знаю, по формуле, не по формуле, но там, где огромное количество жизней или юнитов, то есть тоже есть такой нюанс, поэтому я решил их всех распределить. Плюс, если выйдут фениксы, они включатся подальше от центра базы. Соответственно, как видите, у меня первая, вторая волна
50%, ну, сейчас, опять же, неудачный заход. Опять же, все зависит от рандомчика, но у нас есть хоть какой-то шанс, что здания в центре останутся целыми. Ну, герои живы. То есть уже есть прогресс. На третьей волне сейчас, как обычно, всех нахрен сольют. То есть у нас самые проблемные... Ну, первая проходится на ура. Бывает даже там вообще практически ничего не сносит. Вторая уже начинается вопрос. А на третьей демон конкретно подрезает. Ну, вот видите, за счет того, что у нас Фрейя атакует все время с водушкой. Фрейю слили нафиг. Раз на раз, ребят, видите. Ну, я думаю, все, кто проходит эту волну, те знают, что здесь нужна очень большая удача. И там некоторые ребята там на некоторых серверках прошли уже эту волну, но они сидят задротят. Мне, честно говоря, лень, наверное, как и большинство из вас сидеть дротить эту волну, потому что, ну, это бессмысленно отчасти. Ну, с другой стороны, хоть какой-то интерес. Вот Зефира просто ушатали стычки. То есть надо посидеть пару часов, полдня, чтобы ее пройти, чисто пофармить, посмотреть. Вот я на сегодня остановился на таком пока варианте. Буду еще думать, где размещать Феникса. Но Феникс реально здесь полезен. Ну, плюс у меня есть бонус от Смотрителя. Ну, как видите, в этой волне у нас ушатали сбоку Зефира. Но опять же, Феникс, посмотрите, что делает. Он кроет полностью вверх. В принципе, более-менее, возможно, немножко еще поменяю героя. Плюс... Если видите, Фрейя тоже имеет свой плюс с водушкой, она выпускает голубей, соответственно, дальше Зефиры не проходят. То есть это тоже плюс, они задерживаются. А если бы она была без водушки, там в некоторых вариациях, они по чуть-чуть бы продвигались. Да, понятно, они ее заряжают, она там, но это совсем не то. То есть на ней однозначно должна быть водушка, если вы хотите пробовать с Фрейей. Ну, затащат и без Зефира АК-2. Я думаю, не успеют, наверное, отражалок маловато и дамага. Или успеют, чуть-чуть не хватило. То есть тут уже чисто волна на рандомчик. Понятно, что нас там с фейками развели, с волной АЛ. Все в ожидании были, но, к сожалению. Вот, видите, Фрейя здесь тоже прекрасно сработала. То есть она по центру не дает пройти дальше. Ну и, соответственно... зайти. Но вверх, конечно, у нас уже неубиваемый, то есть это радует. Возможно, немножко поменяю. И, как видите, в основном низ каким-то образом все время остается целым. То есть надо все силы кидать наверх. Хотелось бы знать, конечно, возможно, есть какая-то формула выброса, либо они как-то повторяются, но это надо сидеть, смотреть высадку по волнам, надо будет как-то это сделать, посмотреть ради интереса. Я не думаю, что там прям мега-мега рандом, все равно есть какие-то формулы. Но опять, видите, все зашли через верх. Наверху у нас там Феникс очень круто справляется. Опять Фрейю убили, блин. Вот Фрейя вот самое больное место на сегодня у меня. Ну, в принципе, АК-3. Сейчас посмотрим, затащит ли Супер Пэт. Ну, сейчас они снизу зайдут. На К4, как обычно, пойдут все к огнику. Вот, Супер Пэт, Крок реально делает вещи. Вот, как назло. Так. А где у нас осталось одно здание? Не вижу. Ну, смотрите, К4, ребят. Вот то, о чем я говорил. То есть, реально есть уже прогресс. Пользуйтесь. К4... Я не вижу, где у меня здание одно осталось, я не знаю, где оно. Но АК-4 мы сейчас должны, по идее, пройти, если все повезет, и мы ушатаем Фрей. Но уже результат, как видите, за 10 минут мы добрались фактически до АК-5. Если, конечно, повезет, мы успеем. Ну, блин. Чуть-чуть не хватил, но почти. А где здание у нас было, я так и не увидел. Ворожай вроде все без таблеток. Странно. Ну, уже есть прогресс, то есть более стабильный фарм.
АК-3, АК-4, через раз уже получается мы доходим. А еще я думаю, там возможно некоторые нюансы, возможно надо будет поменять немножко размещение героев, то есть немножко поменять их. Но если бы было сейчас у нас Фрейя на АК-4 осталось, то мы бы без проблем бы зафармили, потому что на ней недомогание, плюс еще дополнительно голуби и дамаг. Но опять же, тут все приходится ловить рандомно. Но Феникс, конечно, наверху творит чудеса. Вот что я могу сказать, то опять же, видите, все волны фактически через верх стараются заходить. Ну, Командора она бьет практически на всю карту, поэтому где бы вы там ни поставили, на пятой волне есть Командора у нас. Вот АК-3. Что у нас по зданиям? Но тут сейчас, наверное, скорее всего, они забегут через верхнюю площадку. Ну, АК-3, опять же, мы сейчас с вами должны дофармить. Демона убили. Ну, с Фрейей, думаю, тут проблемы сейчас у нас не будет. Мы ее должны разобрать. Так, АК-4, заход хорош. Фрейя у нас есть. Отлично, это радует. АК-4 мы должны сейчас зафармить вместе с Фрейей. Ну, сейчас надо, ребята, мега удача. Я не знаю, что, конечно, надо и не надо. АК-4, штурм АК-5, я даже вам попало на видос, я вам даже сейчас покажу, что на АК-5. Сейчас Командора просто зайдет один раз, хлюпнет и все. Так, давайте тащите. Отлично. АК-5. Ребятушки, АК-5. Вот вам Командора. Один раз ударила, откуда она там зашла. Землеройка. Ну, там, судя по всему, слили 255-е левела. Но мы дошли до АК-5. То есть это уже результат. То есть такой растой, таким составом можно фармить. Я вам сейчас покажу, как собраны герои. Конечно, здесь Воодушка стоит. Давайте я вам их так покажу. Сборки. Дефный вариант. Оккультиста я вам уже показывал. Это бесценный оккультист. Возможно, по фармлю, может, и пройдем. Такой вот ворожей. Зефир. Ну и Фрей я вам показывал. То есть шансы зафармить волну очень и очень хороши. Именно такой растой, возможно, еще что-то подправлю. Ну, как видите, на четвертую попали, на пятую попали. То есть надо просто уже дальше ловить удачу, чтобы правильно они позаходили. И должно когда-то нам повезти. То есть тут уже больше рандомчик. Но если мы дошли до пятой, то это уже показатель того, что мы на правильном пути. В общем, пишите в комментах, кто еще что знает, какие нюансы возможно. Но, как видите, здесь надо недомогание, оно здесь реально будет тащить. Воодушка на некоторых героев. Ну, конечно же, топовые прокачки плюс УЗ. Без этого никак. Ну, смотр тоже нам помогает. Ну и, конечно же, Феникс имеет плюс. И как видите, герои все-таки заходят в основном через верх. То есть надо базировать свою расту так, чтобы наверху у вас были более сильные герои, которых сложно будет слить. Вот опять АК-3. Разбили здание. Ну, по крайней мере, это уже стабильность хоть какая-то. Ну вот однозначно Фрейя здесь в центре с Воодушкой самое то. То есть она перекрывает остальные зоны. Ну, в данном случае мне она нужна, чтобы низ перекрыть. Но через Огника как-то странно, очень мало заходят. Ибо он там их просто всех уже шатает очень быстро. И вот сейчас зашли.
Но центр, как видите, в таком варианте у нас более-менее остается живой, что немаловажно. АК-3 все расхреначили. Ну, практически. То есть до четвертой волны мы уже более-менее подбираемся. Ну, дальше все рандомчик, не знаю, посмотрим. Будем пробовать дальше вариации. Но пока я уже даже не знаю, что сюда еще придумать. Надо будет еще суперпэтов некоторых подокачивать, попробовать выставлять суперпэтов. Но здесь очень неплохо львица работает наверху. Ну и плюс рок. Но как видите, вот огник в основном держится очень круто в такой сборке. Прея, в принципе, единственный герой, который здесь очень часто сливается. Остальные все живучие, но оккультисты слить сложно. Там надо, чтобы все на него вышли. Плюс там у него рядом феникс, поэтому они вдвоем нормально фармят. Ну и, конечно же, недомогание должно быть, потому что мы убрали землеройку. Землеройка, эти волны проходились быстрее, но не настолько эффективно. Вот смотрите, что в центре делается. АК-3 через зефира. В принципе, сейчас АК-3 мы пройдем без проблем. Ага, фиг там. Только сказал без проблем, у нас сразу же шатанули. Засчитали нам поражение. Вот так вот. Ну, демон. Демон реально злоебучий, который просто кидает по всей карте. И ты ничего не сделаешь с этим. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите в комменты, что возможно поменять. Будем пробовать. Возможно, кто-то и имеет какие-то мега-мега секреты. Делитесь, будем пробовать составлять дальше расту. Ну, я еще буду править дальше и пробовать. Потому что, по сути, новая локация нереальная для меня с моей силой. Осталось только волну еще пройти. Подземки мы уже зафармили, наконец-то. И дальше у нас будет непонятное веселье с атакой фортов, я надеюсь, в следующий раз. Через 3 недели ее поменяют. Так, опять АК-3. Вот, видите, феникс забежал. К сожалению. Но мне кажется, здесь зеленый смотритель будет самым лучшим вариантом для этого всего. Через верх, как видите, проблем нету никаких. Вот единственное, где пробегают, это по бокам. Ну, по-разному бывает. Бывает, вот зефира унижает просто. Но когда Фрей остается на третьей волне, то четвертая уже практически проходится. Там демон у нас, падла. Демон, вот видите, вот что он делает. Он именно Фрею дамажит, блин. Все остальные живы остаются, а он именно убивает то, что нам самое такое необходимое. Феникс с оккультистом просто красавчики наверху. Ну, конечно, они это уже не убьют все. Точнее, даже если мы сейчас затащим, мы, в принципе, затащим третью, но мы на четвертой ничего не сможем сделать, потому что у нас маловато недомогания молчанок. Я тут тоже смотрю, вот Фрея. Вот демон опять убил. Вот такие вот, ребятушки, пироги. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.